Вот тут идет речка Миссисипи Ривер. Очень большая речка, считается самая большая речка в Америке, Миссисипи Ривер. Речка большая, а рыбаки не видно. Рыбаки не видно, да? Они сегодня на работе, сегодня понедельник. Сегодня понедельник, они выходной ловили, суббота, воскресенье. Это Айову мы проехали. Там сколько миль Айова? 307. 370. 307. А, 307, да. Ну да. Поздно ехали, утром встали. И быстро проехали. 307. А уже сейчас этот, получается, заехали в какой штат Иллинойс. Это? Иллинойс, да? Да. Это уже Иллинойс. Едем. Сегодня 29 октября 2018 года, а выехали из дома 27-го, я думал 26-го, а оказывается 27-я суббота была. 28-го воскресенье, а понедельник 29-й. Вот сегодня понедельник, третий день едем. Едем от одного края Америки к другому краю Америки. 3000 с лишним миль. Почти 5000 километров в одну сторону. Ну там еще и будет больше, потому что еще ехать надо на Флориду. Там увидим, как будет по обстановке. Ну и соответственно в этих путешествиях мать не может оставить сама меня, чтобы я ехал один. То она любит со мной ехать, и получается неплохо с ней. Сейчас будем заканчивать связь, вот съемку.